в Альметьевске. В последние дни каникул незабываемое шоу «Евроцирк». Огромная планета дрессированных животных. Шок-аттракцион «Человек-живая сталь». Впервые в вашем городе мировой номер. Акробаты на батуте со стеной. Эксклюзив «Мотобайк-шоу». С 21 августа по 6 сентября возле ФПЛ «НАС». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Альметьевск сегодня» в студии Жанна Самойлова. Корреспонденты телекомпании «Альметьевск ТВ» подготовили для вас сюжеты о самых интересных и значимых событиях сегодняшнего дня. Партнер выпуска «Евроцирк Шапито». И вот основные темы выпуска. Июньская жара и июльская прохлада нипочем. Агрономы и механизаторы села Кама Исмагилова собрали больше половины хорошего урожая и устроили по этому поводу настоящий праздник. Зерно принимаю. Все надо чистить. Найти работу для необычного человека. Центр занятости помогает инвалидам города и района стать полноценными членами общества. В каком-то плане такие люди социально немножко обделенные, и поэтому им нужно набраться опыта работы. Тише едешь, дальше будешь. Торопливые водители и пешеходы не хотят соблюдать правила дорожного движения. Всего произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, погибло 5 человек, 37 человек пострадало. На полях Татарстана активно идет уборка зерновых. Больше половины урожая уже убрано. В селе Кама Исмагилова работа завершена на 60%. Агрономы и механизаторы рады тому, что июньская засуха и июльская прохлада не помешали им получить хороший урожай. По этому поводу они устроили небольшой праздник прямо на улице. Подробнее в материале Алсу Гатауллиной. Работник зернотока Риналь Хикматуллин доволен своей сезонной работой. Уже третий год он проводит летние каникулы в хозяйстве Чагалтау. Работа ему действительно по душе. Дальнейшие планы студента после окончания учебы вернуться сюда механизатором. Ну, работать мне здесь нравится. Здесь основная работа идет обработка и подготовка зерна к следующему посению. В первую очередь зерно привозят с поля. Здесь мы обрабатываем частично. А следующая обработка уже происходит там наверху. После этого его, как говорится, готовят и отправляют обратно на поле. Атасима Кучарбаева в хозяйстве Чагалтау уже свой человек. На зернотоке она трудится более 10 лет. Я завхозом работаю. 13 лет уже, на пенсии уже. Еще год работаю вот после пенсии. Зерно принимаю, все надо чистить. Зерноток в селе Кама Исмагилова обеспечивает работы не только взрослых, но и школьников. Гибкий график, почасовая плата – то, что нужно подростку. Семиклассник Ильнар Газизов тоже решил в этом году подзаработать. По его словам, заниматься обработкой пшеницы, ржи, ячменя стало его увлечением. На первые заработанные деньги он хочет купить велосипед. Нравится работать. Чистим пшеницу, рожь, ячмень, все чистим. Я работаю здесь, потому что мне очень нравится общение. Начальство очень с нами хорошо относится. Мы узнаем много новой техники. Урожайность зерновых в хозяйстве Чагалтау в этом году на том же уровне, что и в прошлом – 20 центнеров с гектара. Общая площадь хозяйства составляет 590 гектаров. Из них убрано уже 360, то есть 60%. По словам руководителя хозяйства Гумара Набиева, как минимум через 2 недели уборка завершится полностью. Перспектива развития хозяйства стремится лучше, рентабельно. Получает прибыль, хорошо работает, производит продукцию по ниже себестоимости, имеет меньше себестоимость и побольше прибыли. Жители села Кама Исмагилова умеют не только работать вместе, но и отдыхать. Перед завершением уборки они разнообразили свои будни. Совместно с артистами из Альметьевска провели концерт. Кто хорошо отдыхает, тот с полной отдачей и трудится. Алсу Гатауллина, Илькам Ахмедзянов, Альметьевск ТВ. Трудиться, да еще и с большим энтузиазмом желают герои нашего следующего сюжета. Найти работу – непростое дело для человека с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому месяцами, а то и годами они не могут трудоустроиться. Но выход из сложившейся ситуации есть. В Центре занятости населения предусмотрено множество интересных программ, которые действительно помогают инвалидам стать полноценными членами общества.
Первое рабочее место, первый день в новом коллективе, первая видеосъемка. У Алины сегодня день сюрпризов, поэтому девушка сильно волнуется. Но при этом безмерно счастлива, что смогла найти работу. Ее и еще одну сотрудницу взяли делопроизводителями в альметьевский филиал ТИСБИ. Алина инвалид по слуху. Я где-то учила в этом институте, и я пришла туда работать. Мне очень хорошо приняли, во всем помогаю. В каком-то плане такие люди социально немножко обделенные, и поэтому им нужно набраться опыта работы. И вот, исходя из таких хороших соображений, мы ведем вот эту совместную работу, и я думаю, что обучаясь у нас и работая у нас, они многому научатся. Алина смогла найти работу благодаря поддержке Центра занятости населения. В центре действуют различные республиканские и федеральные программы по содействию трудоустройству инвалидов. Одна из них по возмещению заработной платы работодателю. Служба занятости компенсирует работодателям ежемесячно 7 473 рубля. Это оплата труда плюс мы возмещаем расходы по страховым взносам. Порядка 9 500. По другой программе в учреждениях и на предприятиях района ведется обустройство для инвалидов специальных рабочих мест, причем не только офисных, но и цеховых. Одним из мероприятий является создание рабочего места для трудоустройства инвалида, нового рабочего места, например, либо оснащение уже имеющегося рабочего места с возмещением расходов работодателя на приобретение необходимого оборудования. В 2015 году размер возмещения работодателю составляет 72 690 рублей. Так, в организации палаты для трех инвалидов оборудован отдельный офис с удобной мебелью и техникой. Знакомьтесь, Миля Уша, самый ответственный администратор. Она встречает гостей и провожает их до нужного места. Артур – самый обаятельный менеджер. Он работает с документами. Наиль придет позже, он курьер. Ребята считают его самым пунктуальным, а это важное качество в его профессии. Каждому сотруднику в этом коллективе работается хорошо. Мои коллеги, конечно, очень, жизнерадостные, можно сказать, веселые, никогда не унывают, всегда работают. К слову, в этом году на 18 предприятиях Альметьевского района предусмотрены квоты для трудоустройства 39 инвалидов. Ольга Степанова, Радик Рахимов, Альметьевск ТВ. Облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями просят исполком города и в народном контроле. Более 2000 заявок в Альметьевске было решено за время действия этой программы. Большая часть жалоб связана с благоустройством территории и организацией дорожного движения. На что жаловались альметьевцы в июле? Мы по традиции рассмотрели самые рейтинговые заявки. 56 пользователей поддержали заявку, оставленную Алексеем. Подтопление детской молочной кухни. Прошедший 5 июля небольшой дождь вновь затопил территорию молочной кухни, подвалы близлежащих домов и частный сектор. Поток воды идет с огромной территории, ей некуда уходить. Сделайте же что-нибудь. В качестве подтверждения фотографии в комментариях к жалобе присоединяются другие жители города. Поддерживаю. На самом деле пора уже подыскать новое место для молочки, и чтобы вход в здание был не с такой опасной высоченной лестницей. Ответственным за исполнение заявки был назначен исполнительный комитет Альметьевского муниципального района. Через 10 дней после ее появления на сайте от исполкома поступил ответ. Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района сообщает, вопрос об отведении воды с улицы 8 марта будет рассмотрен при формировании плана дорожных работ последующих лет. Пока заявка остается нерешенной и находится в статусе «запланировано». Горожанам придется запастись терпением. Указанный контрольный срок 19 октября 2017 года. Незаконное ограничение доступа, так озаглавлена заявка, оставленная Азатом, который жалуется на установленный шлагбаум, по его мнению, установленный неправомерно. На это исполком района дал однозначный ответ – нарушений нет. Заявка получила статус «решена». Такой же статус получили еще 72 заявки из июльских. Другой житель Альметьевска жалуется на острую нехватку бесплатного туалета в городском парке. Как следует из его сообщения, посетитель аттракционов должен иметь возможность бесплатно сходить в туалет. Несмотря на поддержку 35 пользователей, бурных обсуждений эта заявка не вызвала. А исполком района пояснил, туалет нужно на что-то содержать, поэтому бесплатным он быть не может. Зато обещают оборудовать в парке туалетную кабинку для инвалидов и сделать это до 15 августа. Всего же за июль в систему «Народный контроль» поступило более 200 заявок от альметьевцев. Из них 100 в статусе «запланировано», 72 решены, 20 находятся в работе. По 9 дан мотивированный отказ. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.
Жители Альметьевска в этом году отмечают не только 85-летие своего района, но и две значимые даты в истории нашей республики. Татарстан отмечает сразу два юбилея – 95 лет со дня образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики и 25 лет новой государственности Татарстана. 27 мая 1920 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял декрет об автономной Татарской Социалистической Советской Республике, а 25 июня 1920 года Казанский губосполком передал властные полномочия Временному революционному комитету ТАССР. Это событие вошло в историю как День образования республики, а 25 лет назад началась новейшая история суверенного Татарстана. Альметьевцы гордятся своей республикой и признаются ей в любви. Люблю Республику Татарстан за природные ресурсы. Широчайшие просторы, прекрасные. Свободно дышится. Я люблю Татарстан, потому что, во-первых, толерантная наша республика, она дает шанс каждой нации, каждому народу. И я считаю, что мы живем в мире и согласии. И хочу, чтобы это продолжалось многие-многие лета. Я люблю свою республику за красивые города, за красивые места, за развитие и творчество нашей республики. Лучше развитая республика, чем большинство, допустим, из дальневосточных регионов. Потому что в Татарстане хорошо жить. Ну, прежде всего, за дружбу народов. Мне очень приятно, что и татары, русские, разные национальности находят общий язык. Живут дружно. В нашей республике есть очень много красивых городов. Мы любим Татарстан! Признаться в любви к родной республике можно и участвуя в новом конкурсе. В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Мои достижения. Достижения Татарстана». Он проводится по инициативе республиканского общественного движения вместе с президентом. Цель конкурса – формирование патриотического мировоззрения и активной жизненной позиции, любви и гордости за свой край через создание творческих работ, фотографий и эссе. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого достаточно направить фотоработы и эссе на электронную почту mail@lider.tatar или опубликовать в социальных сетях с хэштегом «Достижения РТ». Конкурсные работы должны отображать собственное видение республики и ее достижений, а также собственные достижения татарстанцев, которыми они могут гордиться и поделиться с другими. Работы на конкурс принимаются до 4 сентября. Спешите! Однако спешить не всегда хорошо. Торопились. Единственное объяснение, которое дают водители, не уступившие дорогу на зебре пешеходам. То же самое говорят и пешеходы, переходящие проезжую часть в неположенном месте. Нередко подобная беспечность заканчивается трагедией. За первое полугодие произошло 38 наездов на пешеходов, в результате которых 5 человек погибли. Каждый день пешеходы стоят перед дилеммой – сократить путь или дойти до зебры. В конце мая на проспекте Строителей 33-летний мужчина выбрал первое. Он решил перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель не успел среагировать на человека, который неожиданно появился перед его автомобилем. Врачи ничем не смогли помочь пострадавшему. Его травмы были несовместимы с жизнью. Но случается и так, что на зебре пешеход не чувствует себя в безопасности. 20-летнюю девушку, пострадавшую в начале августа, врачи срочно госпитализировали в медсанчасть с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Виновником аварии в этом случае оказался автомобилист. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ленина. Водитель с 19-летним стажем не уступил ей дорогу и сбил ее. Путем активной работы по основным видам нарушения правил дорожного движения, приводящим к дорожно-транспортному происшествию. Это у нас наезды на пешеходов. Всего произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, погибло 5 человек, 37 человек пострадало.
Автоинспекторы пытаются переломить ситуацию, наказывая нарушителей рублем. К сожалению, обычная беседа не помогает. С начала этого года за непредоставление преимущества пешеходам было составлено 983 административных протокола на водителей. Не меньше набралось и пешеходов, переходящих дорогу вне зебры. Таких за 7 месяцев выявлено 702. Автомобилистам-нарушителям придется раскошелиться на 1500, а пешеходам на 500 рублей. Во время очередного рейда, проведенного сотрудниками ГИБДД, чаще всего правила нарушали пешеходы. Недалеко у меня мебель приходит, я с работы бегом отпросилась, чтобы у меня вот люди приезжают, везут мебель. Торопились? И, конечно, торопилась. А не боитесь за жизнь? Здесь такое движение. Ну а что делать? Вот посмотрела, там красный свет, движения нету, начала быстренько перебегать. Горе-пешеход перешла дорогу в неположенном месте на улице Герцена. Хотя буквально в нескольких метрах есть зебра. После того, как женщине выписали штраф, она пообещала, что впредь не пожалеет своего времени и дойдет до перехода, как это делает большинство. Потому что так безопаснее, и водители уступают, и зеленый свет для пешеходов. Безопаснее так по пешеходному переходу. Для своей жизни так положено, для людей. Водителей-нарушителей в ходе рейда автоинспекторами выявлено не было. Сотрудники ГИБДД в очередной раз просят автомобилистов и пешеходов не нарушать правил дорожного движения и быть внимательны друг к другу. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. И к другим темам. Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 70 лет. А родные пропавших на войне солдат не перестают надеяться и ждут хоть какой-нибудь весточки о судьбе своих близких. На днях волнующую новость получила одна из семей Альметьевского района. В Калининской области сотрудники военно-патриотического поискового клуба «Последний бой» обнаружили останки нашего земляка. Во время раскопок на бывшем поле боя в районе города Ржев поисковики наткнулись на военную каску. Это была не единственная находка. Копнув глубже, мужчинам удалось найти останки бойца, среди которых оказался солдатский медальон. Он-то и помог установить личность стрелка-красноармейца. Им оказался Резван Миннулин, 1911 года рождения. По документам, пропавшим без вести, он числился с сентября 42-го. В пятницу родственники отправляются в Ржев забрать останки красноармейца. Перезахоронить солдата родные намерены рядом с женой в родной деревне Сабанча Альметьевского района. Подробнее об этом мы расскажем в одном из наших следующих выпусков. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, партнер сегодняшнего выпуска – Евроцирк «Шапито». Впервые в Альметьевске с 21 августа по 6 сентября незабываемое шоу. Купол цирка будет установлен возле городского стадиона. Прием коллективных заявок и заказ VIP-ложи по телефонам, которые вы видите на своих экранах. 8-919-132-33-33 и 8-917-934-23-38. Сразу после нашей программы о погоде на предстоящие сутки расскажет Венера Мухаметханова. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Впервые в Альметьевске. В последние дни каникул незабываемое шоу «Евроцирк». Огромная планета дрессированных животных. Шок-аттракцион «Человек-живая сталь». Впервые в вашем городе мировой номер. Акробаты на батуте со стеной. Эксклюзив «Мотобайк-шоу». С 21 августа по 6 сентября возле ФПЛ «НАС».